Тортилла сегодня отказался утром идти на улицу. Позавтракал, на улицу не пошел. Решил сейчас вывести в поле, пока солнце еще не такое. Ну, хотя уже печет. Сегодня, конечно, жара. Ну, естественно, он в охлаждающей попоне. Сейчас, когда поедем в Тулу, обязательно их опять намочу и одену обязательно там на выставке. Тор, не беги. Одену на выставке две попоны. Потому что прям солнышко-солнышко печет. Вот у ребят все хорошо. У Тора с Титаном, даже когда бывают конфликты, но они очень редко случаются. Их не было, ну, прям очень давно. Вот. Ну, они пищевики. И, к сожалению, из-за еды ну, такое может произойти. Цветочки пометишь. Жопка-то моя. Вот. Огурцы лежали на улице. Я их собирала. Ну, они вдвоем вышли гулять, и кто-то из них решил огурчик, видно, скушать. Вот. Ну, Тор едой не делится, в принципе. Как и Титан, ну, как все. Не-не-не, Тор, пойдем дальше. Давай, пойдем. Ой, надо аккуратно, чтобы не завалялся он у меня в попоне. Вот. Поэтому они повздорили. Мы с Димой, когда услышали, босиком стартанули сразу на улицу. Но они... Это все секунда была. Они не дрались. Просто, видно, схлестнулись. У Тора никаких вообще отметин нету. У Титана только на ухе. Вот это вот. Ну, видно, первый вот был рывок, скажем так, Тора. Ну и, собственно говоря, все. Вот. У Титана ухо немножечко припухло, но хорошо держится. О, жарко. Прям жарко. Да, Тортик? Жара. Вот. Вчера они ужинали вместе. Спали они вместе. Ну, то есть, как будто ничего не было. Тор, он... Пойдем, Тортик, здесь. Да, пойдем здесь, молодец. Тор, он не злопамятный от слова совсем. То есть, он учит, осекает. Первый он никогда не нападает. Вот. Но еда, это, конечно, провокация просто огромная. За еду он может... Ну, за еду и за течную сумку, естественно. Вот, что происходит, в принципе, сейчас. Ну, я не знаю, может быть, кто-то из девчат соседских течет. Не знаю, вчера с Сергеем разговаривали, у него вроде не текут Тара с Варей. Вот. Про Еву не знаю. И про Шали тоже не знаю. Давай мимо идем. Молодец. Поэтому... Возможно, кто-то течет, и поэтому вот так вот пацаны себя сейчас ведут. А там черт его знает. Вот. Ну, сегодня, слава богу, все у нас хорошо. Утром Титан один сходил погулять. Торт. Не-не-не, Тортик! Не! Я тебя поэтому не отпускаю. Пойдем дальше. Дальше пойдем. Да, супер. Стой, сейчас отпущу. Давай, мой хороший. Ой, господи. Пойдем. Пометить, умничка моя. Пойдем? Молодец. Ладно, пройти эту вонючку его любимую, эту клятинку. Вот. Сейчас погуляю с Тортиком, потом строим. Ну и, собственно говоря, мы собираемся и выдвигаемся. Еще надо в магазин съездить. С собой хотя бы колбаски взять, потому что ну, все-таки там придется побыть. Хотя можно и так. Главное попить с собой взять. Пацанам я купила вчера 10 литров воды. Вот. А энергетики, которые себе купила, мы вчера с Димой, конечно, на нервах выпили. Вот. Я не знаю, на меня энергетик, наверное, действует по-другому, нежели на всех. Мне просто уже вкус нравится, во-первых. А во-вторых, они меня не бодрят, я их не для этого пью. Уже как наркота, реально из-за вкуса. Вот. Я могу выпить энергетика, спокойно спать лечь. То есть вопрос ноль.
Да, мой хороший? Ой, головой. Жарко. Да, тортил? Давай, ты в туалет сходи. Пойдем дальше. Чтобы в поле все это сделать там. Думаю, вот. Ты что, на свою тень смотришь? На кузнечиков? Кого высматриваем-то? Пойдем. Умничка моя. Вот. А так все хорошо. И потихонечку. Ага. Настраиваемся на выставку. Дима уже помылся. Сейчас я погуляю. Приду тоже сполоснусь и в путь, в дорогу. На мой хороший. Ох, туалет.